Всем привет! С вами Информ ТВ. Женю Белоусова знают все. Это советский и российский эстрадный певец. Он яркий представитель поп-культуры 90-х годов. Вы тоже, наверное, любите его прекрасные песни «Алешка», «Девчонка-девчоночка», «Девочка моя синеглазая». Он умер, к сожалению, очень рано. Талантливому артисту было всего 32 года. Всему виной инсульт, после которого он больше месяца пролежал в коме. К сожалению, так и не смог оправиться. У Белоусова остались двое детей. Дочь родилась в браке с Еленой Худик, а вот сын родился от интрижки с клавишницей группы Оксаной Шедловской. Женщину даже называли гастрольной женой артиста. Евгений признал сына Романа и дал ему свою фамилию. Он очень любил мальчика и часто с ним виделся. Сейчас Роману Белоусову уже 28 лет. На жизнь он зарабатывает тем, что работает автослесарем, но мечтает стать знаменитым. Он уже иногда гастролирует по городам России и исполняет песни своего папы. Многие поклонники утверждают, что его голос очень похож на отцовский. Он пытался поступить в ГИТИС, но прошел только на платный факультет. Но денег для обучения нет совсем. В наследство от папы он получил только его старую куртку. Вся недвижимость и сбережения перешли официальной жене и дочери Евгения. Иногда на своей странице Инстаграма Рома вспоминает своего папу. Недавно, 2 июня, в день смерти артиста, он разместил их общее фото и подписал: «Уже 23 года тебя нет с нами, но память живет благодаря вам, слушателям и поклонникам его творчества. Спасибо!» Если вы помните прекрасного исполнителя Женю Белоусова, ставьте лайк. Также напишите в комментариях, какая песня у вас самая любимая. Также не забывайте подписываться на канал и жмите на колокольчик. Удачи!